ту, 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 ту. Так, ладно, ребятушки, приветушки. Всем привет. Сегодня мы с Сашкой скачали новую игрушку. Называется она... Tiny Archers. Да, какие-то скрытые лучники. Да. Да? Да. Welcome back, Magic Games TV. Так что это... Давай, выбираем. Кстати, тут можно так вот двигать, вот смотреть. Хоп-хоп-хоп. Как здорово. Давай, выбираем. Это да, выбор персонажа, вот. Да? Да, первый уровень так. Тренировочный, мы уже играли. Саш, ты же попробовал. В общем, нужно... Так, что я без звука-то сижу? Ну, там всякое. В общем, нужно охранять вот эту нашу башенку, да? Да. На ней стоит лучник, который стреляет стрелами по врагам, да? Да. Это что, у нас какой-то это, что ли, стоит? Вот, в общем, так, они будут бежать к нам сюда, атаковать нашу башенку, да? Да. А нам нужно отстреливать их. Тебе надо звук? Да. Ну, давай. Так, это у нас стоит какое-то чучело, да? Да, для тренировочного. Ох ты, это мы, да? Да. Ух ты, какой. О, вражина, вражина да. Бежит, да, какая-то, смотри, да, смотри, что, смотри. Ну, просто, ой. Ух ты, нифига это себе. Будет, я не знаю, где, я еще не пришел до него. Так, какие у них носы, смотри, ой, какие страшные. Все, да. Говорит, иди нападай, да? Да. Давай, стреляем. Так, мать, а, это вот куда стрела полетит, да, вот эта штука? Где мы должны стрелять. Да. Wow, you like to see blood in the game. Давай, нет. Опа, е, прям в голову. Да. Ты видел это? Да, видел я это. Ну-ка давай. Опа! То есть надо немножко раньше, да, стрелять, да. Чтобы он пока бежит? Видишь, он как бы в да. О-е. В ногу ему, да, куда-то попал? И теперь... Хедшот, релейзер, шот. Прям в глаз ему. Слушай. Да, и смотри, видишь? Да, мухи съели, да. Да. Классно. Первого раза. Нифига ты. Блин. Мимо. Давай еще раз. О, быстрее. В голову прям в глаз куда-то, да, попал. Блин, а сколько их там? А у нас стрелы бесконечные? Нет. Есть у нас стрелы? Есть, вот. Что, прошли первый уровень? Да. Дай 5. Молодец. Так, у нас уровень первый, да, стал? Так, это второй что за копье? Подожди, это что за копье? Это стрелы. А, это стрелы, это не копья? Меню. Я думаю, это какое-то копье, это стрелы какие-то. Да. Так, левел второй. Так, это кто? Это у нас... Как называется? Ну, короче... Короче, кузнец какой-то, да, который да. Делает стрелы, да? А это ты сейчас что делаешь? Это я стрелы покупаю. У этого? Да. Кузнеца? Да. Все. Ясно. Так, уровень 2. Враги нападают, мы отбиваемся, да? Да. Опа. Опа. Есть один, есть. А вот это на радаре что там? А это он показывается, когда он выйдет из тумана. А. О, давай, давай, давай. Yes. Молодец. Какая-то лодка. Да. А интересно, если в лодку стрельнуть, она не это? Не разрушится? Да, посмотрим. Нет. А у нас 29 стрел осталось? Да. Нет. Пустите. Давай, стреляй в него. Ух! Молодец, попал. Надо три таких вот гоблина, чтобы они попались. Ну, меня побили. Чтобы они прорвались, можно да. Не одного, а трех, да? Нет, нужно три, чтобы они так вот поднялись, вот. А если будет двое, вот. А, можно какую-то вот, да, лаву на них опрокинуть еще. Да. Ну что, будем знать. Слушай, мне понравилась игрушка, веселая. Бах, еще ему, еще. Хочу. Так, их, короче, вот написано 9 из 10 осталось, да? Yes. У нас на жопу силы ваш откинула стрелой. О, здорово. Так. Стреляй, молодец. Еще шесть их. Давай.
Круто. Давай. Не отвлекайся. Сколько будет вообще? Фух, круто. Если, короче, в голову ему стреляешь, он сразу умирает. Да, если в тело куда-то, он может скакать еще на одной ноге. О, прикольно. Так, три их еще осталось. О, на! Круто. Два. Бас! Слушай, ты классно стреляешь, ты из звука. Бу-бух! Мимо. А ты знаешь, что вот если так вот будет. Что, он спрятался? Стоит, ждет? Да, ну как бы чтобы еще двое там поделились. Но все равно выиграли. Все равно мы победили? Да. О, это 4 уже. Да, уже до 4 уровня с тобой дошли, да? Да. Так, день 4. Вот новые появились. У них уже щиты. Это уже с щитами бегут, да? Не просто так уже на убой бегут. Ух ты, смотри. Они, правда, медленные, но их. И с первого раза еще убьешь. А, вот, и побежал. Давай, бей его. Ну да. А их 15 штук надо убить уже, Саш. Давай. Ну да. Уже 12. Давай. Оба-на, есть. А что за подарок? А подарок мы можем посмотреть рекламу, ну, чтобы взять эти деньги. А, не надо на рекламу. Да. Но иногда там можно просто взять. 10 штук еще осталось. Стреляй! О, стреляй! Круто. Блин, сколько их там еще? 8? Блин. Стрелять, мухи даже летят, да, от их этих. У нас стрел мало. У нас 17 стрел осталось, 16. Нам надо будет сейчас зайти к этому и купить еще стрел. Кузнецу, чтобы он нам сделал стрелы. А мы ему какие-то монетки платим, да? Да. А где их брать? Они за подарки эти даются. Или за или за левелапы там, за прохождение уровня. Ну, где? Ух ты, ты круто стреляешь, парень. Видишь, он даже не подошел вот. Да. Опа. Капочка, не попала. Фух, мимо. Давай. Сейчас у нас 3 стрелы. 1 стрела и 1 остался. Давай. Что это, да? А, купить, что-то мы еще купили 40, да? Оставил. У нас были монетки, мы прям во время битвы можем купить. Да, если закончится, да? Есть! Левел ап, 5 уровень! Ну слушай, мне пока нравится игрушка, ты такая веселая, тоже. Это да? Да, так что ты. Из лука стреляй. О, новый лук! Пап, новый лук! Новый лук, папа. Где? Вот. Теперь у нас вот такой. Был такой вот. А, ты это вот, он что, дальше стал. Стреляет или он сильнее? Так, да, сильнее, там всякое такое улучшение. О, это... А это что, защита какая-то? Да. Какие-то доспехи? Да. Все. Ну-ка. Эти стрелы убивают этих нас... защитами. А, которые со щитом, да? Да. Не с первого раза так вот. Ну-ка. И учись. Лишь с первого раза. Ну здорово, я не вижу. Поверни ко мне, блин. Это друзья, я не нажимаю. Интересно, они, наверное, потом еще быстрее побегут? Наверное. Ну-ка, фиолетовая стрела. Никакая защита ему не поможет. А это обычная, да? Да. Ты как-то меняешь их? Да, просто нажимаю на эту стрелу. То есть на простых можно это, да? Да, обычные стрелы тратить. А с защитой можно вот эти, да? Тут будет клей, можно играть. Ну что-то у нас все реклама до рекламы. Так, круто, их 8 штук осталось. Уже 7.
Они все бегут и бегут, мерзавцы. Что-то зачем кто посмотреть рекламу, да рекламу смотреть? Буск, буск. Смотри, он уже идти не может и все равно бежит. О, 20 хедшотов. А, хороших ударов, да? Да. Так, их 4 осталось, уже 3. Ух ты, нифига себе. Он еще не успел выбежать. Классно ты их отоварил. Ну-ка бей последнего, последнего в голову ему прям. Бучка. Дай 5. Еще один уровень прошли. Да. Если немного у нас будет левел ап. А, все, уже левел ап. Все, уровень. Да. Поднят у нас. Так, что-то у меня с нами менюшки появилось новое или что? Миссионс, о. Это что такое? Убил 50 гоблинов? Еще нам дали? Стрел, вот деньги, вот эти вот минеральди. Зеленые кристаллики, это деньги, да? Кто-то болтается. Смотри, это гоблин один. Так, ну что, ладно, давай тогда с тобой это закончим. Это видео уже прикольное. Спросим у ребят, понравилась ли им эта игрушка. Стоит ли нам записывать летсплей по этой игре, да? Да. По-моему, весело, да. Мне понравилось. Мне тоже. Так что пишите нам в комментариях, если хотите смотреть наши дальнейшие записи, да? Ты, и... Папа, смотри. Пойди мы ее еще не, это, еще не открыли, это, Лили. Вот мы должны пройти историю Ада. Ой, Адама. История Ада. Ладно, ребят, Адама. Пишите нам в комментариях, если мы понравилось. Также ставьте лайки. Да. И увидимся в новых видео. Пока-пока, ребята, снимаешь шляпу.